Доброе утро. Смотрю, ты уже при деле. Я же просил вас разбудить меня пораньше. Мы будили, просто ты не слышал. Я же теперь не успею квесты пройти и кубков набить. Нужно было спать вчера пораньше ложиться, а не до полуночи играть в Fortnite. Ладно. Доброе утро! Как всегда, проспала утреннюю катку. Ты что, не прошла дневные квесты? Они через 19 минут обновятся, и у тебя жетоны сгорят. Если не успеешь их за 19 минут выполнить, ты будешь наказана. И к бабушке поедешь. А там нет ни интернета, ни гаджетов. И будешь 2 недели мультики по телевизору смотреть. Не переживай, я успею. Илинка, может тебе помочь? Не надо, я сама. Вы что мне, до пенсии помогать будете? Ну что, Ириночка, а ну давай у тебя классное задание. Леончиком поиграть в брутбол. Мы в тебя верим. Давай, Илинка, ты сможешь. Давай, Илинка. Молодцы. Первый гол и победа. Есть. Второй раунд. Бери сразу мяч, хватай. Ой, Илинка, да, молодец! Неплохо ты за Леньку играешь, молодца! Второй гол! Да! Есть, ваша команда победила! Ну? Третий бой, надеюсь, вы победите! Так, и... гол! Гол! Ну, есть! Первый. Четко. Второй гол, молодец! Да! Молодец! Ну, молодец, Илинка! Ты это сделала? Да, за 7 минут. А вы переживали. Ребята, мне кажется, что пора завтракать. Ну, на голодный желудок особо кубков не набьешь. А вот и завтрак. О, пойдет. Эдик, давай с нами. Ребята, чипсы на завтрак? Это как-то неправильно. Давайте чего-то полезного поедим. Хотите чего-то полезного? Сейчас. Алло? Ух ты, класс! Класс! Нянка! А я, между прочим, пока вы тут развлекаетесь и фильмы смотрите, уже 38 ходов в Бравл Пасс открыл. А я уже 40! А у меня уже 57! Правда, 30 я открыл и получил генерала Гавса. Я тоже сейчас пару мегаящиков открою, а вдруг мне что-то классное выпадет. А я свой Бравл Пасс буду открывать во время обновы. И я тоже. Я заметила, что в день обновы выпадает что-то интересное. Я вам скажу так, если везучий аккаунт, то хоть с обновой, хоть без обновы, по-любому что-то классное выпадет. Или гаджет, или пассивка, а может быть и новый персонаж. Папа, ты хочешь сказать, что у тебя везучий аккаунт? Вообще-то я считаю, что у меня аккаунт везучий. Помните, мне вот недавно с большого ящика спайк выпал? Пап, не хочу тебя расстраивать, но если как-то раз у тебя случайно кто-то выпал, то это не значит, что твой аккаунт везучий. Стоп! Ты что, хочешь сказать, что я неудачник в Бравл Старс? Никто тебе ничего не хочет сказать. Просто не открывай сейчас эти сундуки, а дождись обновы лучше. Понятно, к чему вы клоните. А я возьму назло вам и 5 мегаящиков открою. И тогда посмотрим, у кого везучий аккаунт, а у кого нет. А ну давай. А ну-ка, Бравл Пасс. Первый мегаящичек и 5300 монет. Светится и удвоитель жетонов. Второй. 244 монеты и ничего. Третий. Только монеты. Четвертый. Только монеты. И пятый ящичек. Последний, счастливый. 300 монет. И ничего. А мы же тебе говорили, дождись обновы. И тем более с твоим везением-то. Тоже мне везучая отозвалась. А ну открой свои 5 мегаящиков. Тебе даже удвоитель жетонов не выпадет. Ну давай, сейчас увидишь. Так, первый мегаящичек. И? 5. Ну ничего. Это же первый. Это, ну да, для разогрева. Второй мегаящик. 5.
Но это второй. Светится. Удвоитель жетона. Третий мегаящик. Посмотрим. 5 предметов. Ага. И 6! Звездная сила! Класс! Папа, ты был не прав. Мама у нас самая весомая. Подождите, еще один ящичек остался. И 6! Еще одна, да, звездная сила на Барли. Ну, папа, видишь? Ладно тебе радоваться, сегодня просто твой день. Есть еще желающие испытать удачу? Не, папа, я лучше дождусь обновы. Тем более говорят, что новый бравлер будет котом, а я его очень хочу. Ладно, маме сегодня повезло, я тоже открою. А ну, Илинка, давай посмотрим, как тебе сегодня повезет. Так, первый сундук. 5 предметов. Ну это пока, папа. Сейчас мы посмотрим. В первом только очки. И ага, монеты. Так, дальше. А ну-ка, второй просится на свободу. Так, и 5. Третий. Так, ищем, вот. Угу. 286 монет, 5 предметов. Вот, следующий сразу уже. Так, 5. Монет. Видишь, мама, только тебе сегодня везет. Сегодня просто твой день. Так, и... грузится. Долго грузится, значит, что-то будет. И 5 предметов, 188 монет. А вдруг 5 легендарка? Посмотрим, давай. Нет, вряд ли. Ну все. И тоже ничего. Ну это странно. Ребята, конечно же, это шуточное видео. Вот так, ребята, мы видим типичный день из семьи, которая... сильно чересчур любит играть в Бравл Старс. Мы, конечно, в Бравл Старс играем, но не целый день напролет, а когда на это есть свободное время. А вы напишите в комментариях, если у вас такой знакомый, который днями напролет играет в Бравл Старс. Или знакомый, или друг, или, может, вы сами так играете, мы никому не скажем по секрету. А кого интересует, когда новая серия «Бедного против богатого школьника», она у нас вот буквально выйдет после этого или через это видео. Так что не пропускайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите обязательно наши видео. Мы вас любим. Всем пока. Жмите на колокольчик. Зайдите за лайк.